серьезная ситуация сложилась в индустриальном техникуме города Ачинска. Разрушается здание. Хотелось бы узнать, в курсе вы этой проблемы и будет ли она каким-то образом решаться? Здание, одно из зданий, так скажем, индустриального техникума сейчас не очень востребовано, хотя мы развиваем систему среднего профессионального образования, участвуем в профессионалитете, в федеральном проекте, поэтому мы сейчас смотрим, под что можно его использовать, в том числе и с главой города Ачинска, по возможностям использования этого здания на, конечно, развитие образования, в том числе и города Ачинска.